какая млина расцвела калина. Там девчина воду брала, сама чорна брила. Республиканский конкурс хорового творчества «Спеваем разом» проводится уже в четвертый раз. Среди участников областного этапа победители зональных смотров, лучшие коллективы Брестской области. Каждый из участников готовился долго, потому как это дело непростое и требует основательной подготовки. Приехали с конкурсной программой, которая состоит из трех песен. Готовились достаточно долго, усердно, посещали репетиции. Дисциплина у нас серьезная, но в то же время обстановка у нас всегда очень дружелюбная. Готовимся к этому заранее, подготавливаем друг друга, мотивируем и вдохновляем. Программа выступления включает исполнение трех произведений, одно из которых должно быть обязательно белорусского автора, одно акапелла и еще одно на выбор руководителя. За возможность попасть в финал боролось 14 коллективов, а это 320 участников. Некоторые коллективы имеют звание образцового, однако есть и те, кто принимает участие впервые. Приехало 14 коллективов. Брестской области. Есть те коллективы, которые уже работают, имеющие звание и образцовый коллектив. Они уже имеют свои традиции, они имеют уже свой почерк. Этот коллектив имеет свое лицо. Но также у нас есть в этом году новые коллективы. Зрители увлеченно слушали необыкновенное многоголосое пение. Радовали глаз яркие народные костюмы и искорки в глазах детей, а чистые голоса согревали душу. Коллективы представили свои лучшие музыкальные номера. Наш коллектив – это тепло детских сердец и радость совместных открытий. Мы принимаем участие в детских хоровых конкурсах, фестивалях. Наша музыка дарит людям размышления и радость зрителям. Поэтому наш хор живет под девизом «Мы поем на радость людям». Конкурсное жюри оценивало подбор репертуара, образы, исполнительское мастерство и сценическую культуру. Лучшими коллективами стали образцовый концертный хор средней школы номер 17 города Бреста и образцовый хор «Ассоль» средней школы номер 4 города Иваново. Они представят Брестскую область в финале республиканского конкурса, который пройдет в Минске 1 и 2 апреля.